Продолжается проект Народного фронта «Все для победы», в рамках которого принимаются транспортные средства от организаций и неравнодушных граждан для бойцов зоны специальной военной операции. Буддийское сообщество в лице управления Камбала-Мутувы сегодня внесло свою очередную лепту для помощи нашим военнослужащим, выполняющим боевые задачи. Сегодня мы передаем нашим ребятам, которые участвуют в специальной операции, передаем вот этот новый мотоцикл управления Камбалами Республика 2. А ранее мы еще передавали, покупали новую машину, передавали и нашим тоже ребятам, кто участвует на передовых. Там они уже доставлены. Помимо финансовой помощи и поддержки в виде приобретения транспортных средств, духовные настоятели поддерживают и морально наших бойцов. Ламы уже несколько раз сами отправлялись в территорию специальной военной операции, где проводили молебны и встречи для поддержания морального духа военнослужащих. Последние 100 тысяч оберег мы отправляли после шага. Отправляли. Там предоставили даже наше управление, ездили учителя наши. А там, где ребята, вот, даже никто не был, там на этих местах они были. И сейчас тоже вот, и передаем и тысячи оберег специально мы уже заказывали, сделали. Готовится очередная отправка гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Народный фронт собирает машины повышенной проходимости, а также квадроциклы и горные мотоциклы. В этот раз мы, когда объявили сбор очередного гумгруза для ребят, мы сделали акцент именно на мототехнику. Это квадроциклы и горные мотоциклы, потому что сейчас в летний период это очень востребовано. Бойцы регулярно обращаются с точечными заявками в Народный фронт. Там их стараются обрабатывать в кратчайшие сроки. Военнослужащие отмечают, что мотоцикл в зоне проведения спецоперации уже почти штатная техника. Такую небольшую и крайне маневренную цель поразить очень трудно. Айсу Мангуш, Буян Мангуш, Самдан Иргит, телеканал Тула 24.